привет! С вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, первый видеоролик по FIFA 22 на моем канале. Без доната, как многие просили сделать такую рубрику, поэтому будет эта рубрика состоять только, скорее всего, из нарезок со стримов. Кстати, обязательно приходите на стримы, чтобы не пропустить, нажмите на колокольчик и будете одними из первых, кто получит уведомление о том, что у нас начался стрим. Так что, возможно, даже сейчас, когда вы смотрите этот ролик, на моем канале идет стрим именно по Ultimate Team без доната. Так что заваривайте чаек, приятного аппетита и приятного, конечно же, вам просмотра. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад всех там увидеть. Ну и также у меня появился телеграм-канал, обязательно переходите, подписывайтесь, пообщаемся там, позадаете вы вопросы, которые вас интересуют, и я с радостью уже вам на них отвечу. Так что приятного просмотра. Ребят, всем привет! Мы начинаем наш путь в FIFA 22 Ultimate Team без доната. Вся основная движуха будет проходить на стримах, так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте там на колокольчик, чтобы не пропускать наши стримы и приходить на стримы, помогать нам. Вот, будем пробовать абсолютно разные вариации как составов, так и игроков, потому что на своих же ошибках будем учиться. Путь без доната, естественно, просто как обычный, стандартный, большинство игроков именно без доната, без всяких даже там на 1000 FIFA поинтов нет. Все мы играем без доната. Что еще? Уровень ниже среднего, я могу сказать, по игре FIFA, то есть практически как у всех, большинства. Поэтому давайте я в любом случае всегда выбираю Англию, всегда ее и выберем. Давайте. First pack in FIFA 22. Ну это по... Ух, кстати, Тэмми Абрахам. Вот это вот неплохо. Я думал, мне сейчас опять чувачка дадут из американской вроде лиги. Но Тэмми Абрахам это неплохо. Сейчас скажу. Я бы хотел, конечно, взять форму мадридского Реала. Хоть я и болею за Барселону. Все равно форма красивая. Но я возьму сборную Англии, потому что она вот буквально в ближайшие дни должна мне прийти. Именно вот эта вот домашняя форма Англии с чемпионата Европы должна прийти. Все, домашняя выбрал. Так, ну давайте золотой. Чтобы нет, у нас денег, правда, вообще нет. Ну ничего. Первый пак за 7500 с просмотром. Посмотрим, стоит ли вообще нам его покупать или нет. Аргентина, ЦАП. О, нет. До свидания. Ну, покупать нам, скорее всего, все равно как-то потом придется. 4 предмета. Все золотые, минимум один игрок, но он не редкий. Поэтому дай бог, чтобы хотя бы там что-то нам под лигу завезло. Испанец. Ну, кстати, Суса, это очень хорошая карточка, причем не рарная, 82-я. Суперсабом мы его можем, конечно, использовать. Золотой премиум набор. У меня такой же получается. Да, за 7500 пак. Я думал, за 15 тысяч оказалось, за 7500, но верим. Уругвай, форвард. Кавани! 85 сидит на базе, ребята. Так, игрок 70. Сколько там? 5,83. Два игрока, один редкий. Погнали. Погнали. Что-то да может быть хорошее-то и выпадет. Сесть на редкий. Торрера. Ну, кстати, если бы он из Арсенала бы мне выпал, я бы уже обрадовался. А так, вот и непродаваемый же еще. Вот такая команда. Первый обладатель. 550 монет. Санчес 700 монет. Аспиликуэта первый обладатель. Зинченко 700 монет. Ферран Торрес за 750 монет. Докуре 700 монет. Браунхилл. Первый обладатель, но мы его сразу будем менять. Поденце за 800 монет. Кавани, первый обладатель, 4 матча, 25 мячей, 18 голевых передач, супер. И Дака, 750, уже 32 матча успел за предыдущего еще отыграть. За меня 2 матча, 3 гола, 2 голевые передачи. Почему у меня он именно на сложных играл соперниках, поэтому супер. Поэтому все, ребят, на этом первый выпуск и первый стрим по бездонату закончился. Ну, в принципе... И закончили на том, чем и хотел, это собрать за первый стрим, за первые часы команду как минимум с сыгранностью 100. У меня получился она из АПЛ-ки, все. Хорошие игроки, очень порадовался единственному Кавани, то, что выпал в первом же буквально часе в Ultimate Team.
Поэтому как-то так. Будем дальше прокачиваться. Лучше игроков, конечно, убирать, смотреть, копить, играть. Но пока что не Division Rivals, это точно. Не знаю, на этой неделе вряд ли вообще будем. Поэтому Squad Battles только вот и играть. Поэтому, ребят, всем спасибо, кто был на стриме. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.